Всем большой привет из Паттайи. Так, продолжаем наши влоги. Мы приехали в наш отель. И что, здесь надо как-то позвонить, я так понимаю. Мы находимся на Пратамнаке. Отель называется Магадан Резиденс. Пустите нас, пожалуйста. Куда вам надо позвонить? Позвоним, звоночек. К нам идут, ура. Так, мы находимся в отеле. Немножко рановато приехали. Если вам нужны доллары, значит, вы приехали. Это уже надо сказать. Тайская красота вокруг. Я, наверное, вы для себя приехала в Россию. Как вы будете делать это? Надо подождать, когда номер освободится. Видите, мы раньше времени приехали, вообще быстро пролетели везде. Вот еще не готовы номера. Красиво все, безумно. Прям безумно красиво. И очень тихо. Итак, друзья, нас заселили раньше времени. Давайте смотреть, что у нас тут есть. Игорь Геннадьевич, ты у нас тут есть, похоже, да? Так, друзья, это гостиная. О, сейчас по-другому покажу. Вот. Это гостиная. С таким прекрасным видом. У нас есть столик, часы. Кухня, как вы видите, холодильник. Тут и микроволновка, и духовка. А на улице еще стоит плита. На улице. И раковина там еще одна есть. Здесь есть посуда. Я, конечно, понимаю, что мы готовить не будем. Но, тем не менее, она здесь есть. Хотя, что-нибудь попить можно. Так. Здесь, по-моему, туалет, она говорила. Да. Один туалет. Балкон. Ой. А, вы закрыли, да? Я закрыл. Не балкон, это выход на задний двор. А, выход на задний двор. Ну, мы потом пойдем в бассейн, вам покажем. Так, пошли дальше. Спальня. Спальня. Розетки рядом с кроватями. Вентиляторы везде есть и кондиционеры в обеих комнатах. Здесь еще одна раковина, полотенце для пляжа, бассейна и здесь вытираться, ванные. Так, запуталась. Здесь, по-моему, еще, да, здесь душевая и туалет. А здесь гардеробная. И сейф. Ну, вот такая у нас тут квартирка на несколько дней. 2 дня мы здесь проведем полноценно, потом мы уедем на экскурсии. На экскурсию. А потом мы уедем на Кот Чанг. Так что проведем мы здесь не очень много времени, но постараемся провести его продуктивно. Еще раз напомню, отель находится на Пратамнаке, в районе Пратамнак. Называется Магадан Резиденс. Ну а мы сейчас после долгой дороги, мы вчера выехали из дома в 11 утра, а сейчас сколько по нашему времени? По нашему 7:15. 7 утра. Ну, короче, мы приближаемся к суткам уже. Ну да, мы встали-то все равно раньше. Вот, я уже немножечко похожа на зомби, очень хочется спать. Так что мы сейчас немножко отдохнем, а вечером пойдем гулять. Так, наши планы меняются на глазах. Мы решили, что перед тем, как заснуть, будет очень хорошо искупаться в бассейне. Здесь маленький бассейн, но есть. У нас выход на задний двор, свой собственный. Сейчас туда и пройдем. Нет, Игорь решил через передний пройти. Говорит, здесь красивее. Фонтан тут, боже мой. А, вот он. Вот он, какой маленький замечательный бассейник. Ой, давай скорее водичку. Ну-ка давай, какая она? Теплая, наверное, горячая.
прекрасная. Хорошая? Прекрасная. Все, ребята, я тоже пошла купаться. Ой-ой-ой. Да, после долгой дороги самое то, что нужно. Ой-ой-ой-ой. Так, мы с Игорем накупались. Бассейн очень глубокий. Для тех, кто не умеет плавать, он не подойдет. Для тех, кто плавает, шикарно абсолютно. Дна не достать. Вода отличная. И посмотрите, как красиво. Чем мне понравилось? Чем мне этот отель понравился? Вот вокруг высотки. Высотки, высотки. И с той стороны вон там видно. А здесь такой маленький тайский рай. Я очень люблю тайский стиль. И у нас... и второй отель будет в тайском стиле. Там... Да, сейчас иду. Там, я смотрю, тренажерные залы стоят. Ой, тренажер. Не тренажерные залы, а тренажер. Там несколько штучек. Вот такая красота. Красота. И здесь только нюансы всяких, всякие фигурки. Все разглядывать можно. Вот это простые номера. У нас номер улучшенный. Забыла сказать, сколько он стоит. Сейчас посмотрю и скажу вам. У нас очень большой номер получается, как бы двухкомнатный. Так, посмотрела на 5 ночей. Вот этот номер, большой номер, стоит 21 600 рублей. Как сделать так, чтобы Игорь не работал хотя бы пару дней в отпуске? Я не знаю. Так, мы подремали часа 2,5, наверное, 2-3. Встали. И сейчас идем немножко прогуляться. Наверное, дойдем до рынка. Все-таки мы... Пленку вам. МДФ пленку вам предлагает. Да? Барахло. Идем прогуляться до рынка. Перекусить что-нибудь. Мы не ели ничего со вчерашнего вечера. Мы в самолете вчера ели последний раз в 10 вечера. А сейчас 5 вечера по местному, ну, значит, минус 4-5. Ну, в общем, мы еще ничего не делаем. Мы тут пока спали, хозяйка постучала. Принесла нам баночку кофе и баночку сахара. Говорит, кофейку попейте. Здесь русскоязычная хозяйка, но вы ее издалека видели. Вот, так что здесь очень просто все с коммуникацией. Так, все, мы справились. Мы справились? Да. Я ввела в навигаторе здесь 450 метров до ночного рынка. Ну, рынка еды. Ой, какая баня. О, боже мой. Привыкай, батенька, привыкай. Привыкай. Вот здесь, видите, мы живем. Вот так красиво тут все. Причем это не жара, а духота, да? Ну, влажность такая сильная, но... Да. Но я надеюсь, что я здесь наконец-то прокашляюсь как следует и перестану кашлять. А то я с начала февраля не могу вылечиться. А влажный воздух мне очень помогает при моих проблемах. Ой, как красиво, все мне так нравится. Кнопочку, да. А на ключе у нас пультик будет свой. Так, вот в ту сторону, вот так и вот так море. 5-7 минут, она говорит, спокойным шагом. А вот в эту сторону должен быть рынок. Мне так интересно, здесь такие, смотри, везде дома. Ну, современные, скажем так, высокие. В ту сторону так вообще высоток много. И здесь какое-то такое странное здание приютилось. Пойдем есть. 5:30 уже. Взяла этот? Нам еще деньги с тобой поменять надо. Я карточку взяла. Посмотрим, где чем можно расплатиться. И чем выгоднее расплачиваться. У нас карта UnionPay Газпромбанка. Вот сейчас будем проверять ее. Хотя на рынке, наверное, наличка нужна. На рынке же не карточкой будешь платить. Ладно, сейчас разберемся. Игорь у нас немножко в напряжении. Как не любитель тайской еды. Да? Да. Не любит Игорь тайскую еду. Он не любит все морепродукты. Я люблю
выборочно. Я люблю креветки и, наверное, все из морепродуктов, только креветки. Вот, и то не до фанатизма. А Игорь вообще ничего не любит. Он терпеть не может том-ям. Он ему кажется очень невкусным. Вот. Но будем пробовать, Игорь. Надо дать второй шанс. Том-яму? Да. Том-яму надо дать второй шанс. А мне из тайской еды очень нравятся мясные шашлычки в кисло-сладком соусе из свинины, по-моему. В Бангкоке они были просто божественные, на рынках продавались. И мне еще очень нравятся такие мелкие грибочки, которые делают тоже на огне, на гриле. Ну и у меня большая мечта наесться фруктов. Потому что я считаю, что в Таиланде самые вкусные фрукты из всех самых вкусных фруктов. Так, мы не успели выйти из отеля, и вот уже подошли к рынку. Вот это и есть рынок. Он открывается в 3 часа дня и, по-моему, до 11 часов. Ну, рынок рынком, тут вещи вещами, но здесь должна быть еда и вроде музыка бывает. Смотри, Игорь, а что это там за подъемник такой? Видишь, какая-то кабинка едет, фуникулер какой-то. Это я ничего не знаю. Вот про что я говорила. Видите, везде такие современные дома, море вот в этой стороне. И среди этих современных домов как-то очень странно примостился наш отель, такой чисто в тайском стиле. Так, поднялся ветерок, и это такой кайф, потому что не жарко. Да? Классный ветер. Не, намного лучше. Намного просто. Сегодня еще только 12 число, еще Санкран не начался, он завтра начинается, на тайский Новый год. Я надеюсь, сегодня нас еще водой не обольют. Ну, а мы держим путь к обменнику. Хочу немножко долларов обменять. Ой, Владька раньше обожал такие штаны. Штаны, рубашки. Ну, это тайский стиль. Вот, еда. Пойдем деньги поменяем и что-нибудь едим. Вот фрукты и креветки мне уже нравятся. О, тут сцена есть. Интересно. Посмотри, сколько здесь для тебя чудесной еды. Посмотри, сколько курица, свинина мясо стоит. А что там 50 сейл? Это что такое? Нет. Вот. Ты на другого зверя смотришь. Сейл 50? Это все нормально. Да? Так это вообще... Ну, суши есть по 10. Понятно. По 10, что ли, они? Так, все, мы за деньгами. А то я сейчас съем весь прилавок. Да, не заплати. По 150 бат креветки. Рыбы красивые. Рыбы красивые. Ешь, тебе говорю, ты здесь найдешь массу всего. Пока мы здесь живем, вот именно в Паттайе, нам надо именно на этом рынке питаться. Это вкуснее. Не то, что это дешевле, а это вкуснее, чем в кафе. Ты видел, вино красное, белое. Кстати, про Тамнак, это считается русский район, да, для тех, кто не знает. Очень много здесь русскоязычных. Вот. Я так понимаю, что здесь даже кухня есть для тех, кто тоскует по своей кухне. Типа селедки под шубой. Вот. Чудесно. Ну, я где-то видела в каком-то обзоре, вот именно на этом рынке все это есть. Все русскоязычное. Вот это вкусно. Так, все, бежим за деньгами. Кафе от души. Обмен валют. Так, курс на сегодня, кому интересно. Сегодня 12 апреля 2023 года. И я когда читала про район, читала, что здесь очень много кондоминиумов построено и сдается. А ты какой, орхидея спа. Жареный мороженый, Игорь, я по нему скучала. Кстати, хозяйка отеля сказала нам сразу же установить приложение Bolt
вызов такси. Говорят, что самое дешевое по смешным ценам по всему Таиланду. Такси Бокт. Сочные бургеры. Так, а впереди прелюбопытнейший кофешоп. Ой, я же говорю, борщ, оливье, пельмеши. Русская и тайская кухня. Сыто, пьяно. Да мы как будто из дома не выезжали. Русский квас, смотри. Русский квас. Ну, я еще раз хочу сказать, это русскоязычный район. Я его выбирала прицельно. Во-первых, он на холме и чуть-чуть попрохладнее. А во-вторых, он тише. Так как мы приехали в Санкран и в центре будет абсолютное сумасшествие с обливанием, я не хотела там жить, я вам скажу честно. Вот. Поэтому я выбирала район изначально немножко потише. Аренда мотобайков и великов. Ну, нам, естественно, мотобайк. Я хочу на пару дней взять, пока мы именно в Паттайе. Вот этот на два. Вот этот? А вы утром во сколько открываетесь? Так, вот этот байк синенький. 500 бат на двое суток. Сутками считают, не с утра до вечера, потому что где? В Индии, да, считают с утра до вечера? Да, в Индии считают день. Да, в Индии день световой считается. В итоге 500 бат аренда и 2000 депозит. Ну и копию паспорта надо дать за гранки. Не, ну вы только посмотрите. Вот это мне на самом деле не нравится. Так, мы вернулись к еде. Мне вот там понравилось, где мы с тобой зашли. Фруктов надо потом домой купить. У нас холодильник хороший. Я бы нарезки какой-нибудь купила, потому что... Хотя у нас и ножи есть. И ножи, и тарелки есть. Вообще не проблема получается. Даже можно целый фрукт купить. Чебуреки, смотрите. А, вот это русская лавка, про то, что я вам говорила. 50 бат чебурек, Игорь. Не хочешь? Нет, я хочу шашлык попробовать. Ну, смотрите, русская еда. Голубцы, картофельная пюрешечка, шуба, селедка под шубой. Для соскучившихся. А у нас время 6 вечера, еще не темнеет. Во сколько же здесь темнеет? Сюда же вернулись. Так. А, нет, креветочные шарики — это не креветки. Это не настоящие креветки. Да? Нет, это типа сурими. Да. Я хочу настоящих креветок. Я в другом месте закажу. Да, вот это настоящие креветки. Привет. А вон, смотри, у тебя даже в соусе шашлыки. Вот. Да, я взяла большие креветки за 200 бат. Вот эту. Вот такой контейнер. Сейчас буду Игоря приучать к креветкам. Они вкусные, Игорь Геннадьевич. Очень вкусные. Так, а ты шашлык хочешь? И я фруктов еще возьму. Вот его один. О, Игорь, конечно, и не наберет. Правильно, много не бери. Ты мои креветки будешь есть. А куда у меня? О, народ, видите, водяными пистолетами. Это уже не пистолеты, это я уже не знаю, что закупается для будущего праздника. Так, креветки уже готовы. Я говорю, шашлык делается. Значит, вот эти креветки, свиной шашлык и... Пойдем там сядем где-нибудь. Так, сбилось. Креветки, свиной шашлык и два пива чанг. Вот таких. На 400... 10, нет, 405 бат, 410, по-моему. Так, я еще решила взять арбузный шейк. У меня тоска по нему. Здесь был нарезанный арбуз. 30 бат стоит.
Игорь, смотри, что я несу. А? Смотри, что я несу. А что это? Арбузный шейк. А? Я без сахара взяла. Он спрашивает, добавляет сахар или нет. Но он и без сахара очень сладкий. Здесь на площади, на этой хорошо сидеть, потому что ветер тут есть. Тут открытое пространство. А чуть-чуть в бок зайдешь, там уже сразу душно. Так, Игорю принесли шашлык. Проба пера. 50 бат. 50 бат? Да. Так, насколько мы уважаем? 2,5 примерно сейчас получается, ну, да? Ну, на 2,4, 5,2, 10, 100, 120 рублей. 120 рублей шашлык. А у меня такая вкуснятина. Прелесть. Ну как? Съедобно? Съедобно. Если Игорь говорит съедобно, значит он доволен. Но они делают это в каком-то своем маринаде, и поскольку не на дровах, не на березе, которой тут, я так понимаю, нету. Понятно, что куда березу захотел. Естественно, шашлык тут получается несколько иной. Ну вкусно. Вкусно. Мы тут пока сидели, насмотрела бриджики такие, говорю, надо посмотреть поближе. Он такие штаны очень любит носит, а тут бриджи есть. Пусть посмотрит. Посмотри, ты же именно такие же любишь штаны легкие. Возьми подлиннее которые, вот эти. Думаешь, надо? Конечно. Может, что-нибудь поинтереснее увидим? Вон тебе поинтереснее, смотри. Чем мне интересно? Что-то тут прям все такое. Не хочешь? Ну, как хочешь. Дорогие друзья, я читаю все ваши комментарии. Спасибо вам огромное, что вы столько мне пишете. Читаю все-все-все. Но отвечать я буду на вопросы, хорошо? Потому что иначе я буду только снимать, монтировать и отвечать на комментарии. Это очень много времени занимает. Обязательно отвечу на все ваши вопросы. Ну, возьми смешанные. Мы с тобой брали уже клубнику. Возьми какой-нибудь. Ну, вот, смотри, манго с бананом вкусно. А вот это? С маракуйей. Какой будет вкуснее? Ну, это с кислинкой немножко. Давайте будет. Вот это. Сахара? Сахар? Не, не надо. Везде сахар предлагают положить. Они и так такие сладкие. Куда там еще сахар? Довольный стоит. Вкусненько тебе. Очень. Очень-очень. Так, вот, да, там фрукты. Точно. Вот они, фрукты. Пока так, нет. Ананас обязательно. Здесь самые вкусные ананасы. И вот такую какую-нибудь тарелочку нарезанную. Мангостина. Игорь очень любит. 120 бат мангостин и ланган. Да, да, да. Будешь мангостин, Игорь? Я ланган беру в обязательном порядке. А калма здесь? 120 килограмм. 120 килограмм. Отлично. Очень люблю. И мангостин 120 килограмм. Да. А, сколько, килограмм тебе или меньше? Поменьше. Так, половина рамбутаны тоже, да, очень вкусно. Но при выборе рамбутана или ланган я всегда возьму ланган. Так, вот это еще хочу взять. Манго, смотри, Игорь, порезанная, 40. Арбуз. Все в холодильнике будет шикарно выглядеть. Я думаю, что нам все это надо купить. Необходимо просто. Не, не хочу. Манго потом тогда возьмем в следующий раз. Все, набрали фруктов. Набрали фруктов. 120 ланганы, 120 мангостины. А нарезку вы видели, там везде подписано по 40, иногда по 50. Нечищенные ананасы маленькие по 10, большие по 40, средние по 30. Так, пока мы тут сидели, бродили, стемнело. Да, пойдем. В 7-Eleven сейчас, может быть, зайдем? Давай сразу уже купим, занесем все домой. Воды? Да, нам воду надо купить. И я хотела еще водоросли посмотреть. Я обожаю чипсы из водорослей. Прям очень люблю их. Хочу купить номер.
У нас похожие тоже продаются, но по каким-то конским ценам абсолютно. А здесь это все очень недорого. В 7-Eleven заходишь как в рай. Здесь так кондиционер классно работает. Вот. А нет, это не они. С Нори? Да, Нори. Где они? А где они? Я, можно сказать, мечтала, что я их тут буду поглощать. Они очень вкусные. Ты ничего не понимаешь в вкусных вещах. Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках. Да противные они. Самые вкусные вообще, что есть. Это водоросли. Ну, люблю я. Слушайте, нету, реально. Молоко кокосовое. Всякие. Может, они в каком-то другом виде стали. Там такие были классные человечки, у которых... которые в рот себе это все заталкивают. Это рыба. И это рыба. Кальмары, наверное. Это орешки. Товарищи, вы меня огорчаете. Вы знаете об этом? Все. Обижусь на Таиланд. Обижусь. Уже начала, уже я в процессе. Ну-ка быстро давайте попадайтесь мне на глаза. Ура! Я их нашла. По 6 бат всего. А большие упаковки есть? Есть, по 39. Боже, как я их люблю. Игорь, я при счастье. Таиланд меня спас. Нашла? Да! Посмотри, в разных видах. У нас... Он никогда меня не поймет. А я просто обожаю эти вещи. Так, все, сейчас набираю. Это самое вкусное, что есть на земле вообще. Это водоросли Нори. Вот так выглядит счастье Марины. Так, платим 7-Eleven. Union Pay карточкой. У нас карточка от Газпромбанка. Не именная. Есть именные, у нас не именная. Ну, все, оплата прошла. Так что, ребята, Газпромбанк точно работает. Union Pay. Российские карточки никакие другие не работают. Вы меня часто спрашиваете, работает ли МИР, вот все вот эти карты. Нет, они здесь не работают. Union Pay, да, работает. Все, мы подошли к нашему отелю. Мне так забавно на фоне вот всех этих высоток. Какой-то такой маленький мирок. Мне очень нравится здесь. Очень уютно. И никто сюда не войдет, видите? По таблетке этой магнитной мы сюда заходим. Номера. Кухня есть. Да, вот где мы изначально утром сегодня были. Гладильная доска стоит, видите? Кухонка есть. Можете себе что-то сделать самостоятельно. Ну, у нас в номере еще кухня плюс ко всему есть. Ну, просто здесь не все кухни. Ой, не все номера с кухнями. Ну, а мы вот тут прям живем. Рядышком совсем. Прям очень круто. Отель чудесный. Да, Игорь? Прям такой маленький оазис среди каменных джунглей. Итак, как наш улов в итоге выглядит? Ананас 50 бат чищенный. Это я большой взяла, там можно было поменьше взять. 40 бат арбуз. Это полкило мангостина. Игорь их очень любит, я к ним совершенно спокойна. Это для Игоря. А вот это для меня персонально, потому что Игорь ланганы терпеть не может, а я их обожаю. 120 бат килограмм, это, ну, что-то около килограмма получилось. И здесь полкилограмма. Килограмм тоже 120 бат стоит. Соответственно, там 60 бат. Вот, а это просто Маринино счастье. Вот эти я совершенно точно знаю и люблю. Вот эти я пробовала, а вот эти я не пробовала. Буду пробовать. Это все водоросли. Ну, видели, они там стоят копейки. Там 13 бат. Самые дорогие, по-моему, 36. Так, воробей, уходи. Кстати, хозяйка сказала ничего не хранить на столе. Все в холодильнике. Я понимаю, почему. Не потому что жарко, а потому что муравьи набегают. Так, открыла попробовать вот эти с кунжутом. А, да, там внутри кунжут есть.
Ну почему я так люблю водоросли? Сумочка наша для мокрых путешествий. Посмотрите, какой телевизор здесь. Интересно. А там только тайские каналы, наверное. Интересно, есть люди, которые до сих пор в отпуске смотрят телевизор? У нас два телевизора в этой комнате и в спальне. Ну, конечно, тайцы, может быть, смотрят. А, хотя, в принципе, если подключить сюда какой-нибудь, как сказать-то, интернет, ну, то есть фильм посмотреть на телевизоре, то это, да, наверное, здорово было бы. Мне не включить его. Чего-то не включился. Ну, что ты нам расскажешь, покажешь? Да ладно! Да ладно. Но мы точно в русском отеле находимся. Так вы не слышите, наверное, звук? Первый канал. Игорь, посмотри, что нам для полного счастья не хватало. Срочно посмотри. Малышевой. Малышевой. Ананасы в Таиланде, это, конечно, что-то совершенно невообразимое. Я нигде таких сладких ананасов больше не ела. Ни на Шри-Ланке. Ни в Индии, ни в каких других азиатских странах, там Малайзии, Индонезии, мы много где были. Я нигде таких вкусных не ела ананасов, именно ананасов. Из Магадана мы выходим куда-то. Там? Ну, наверное, да. Нет, я думаю, что вот там, где зелень. А вот еще, ну это, наверное, соседняя парковка. Хотя это вроде бы к ним тоже относится. Нет? Ну, может и так. Ну, тут еще какой-то даймон. Ух ты, зачем же вы меня так слепите? А, это даймонд, это соседний такой же отельчик небольшой. Отметить приезд хочешь? Да? Угу. Угу, угу. Угу. Хорошо, пойдем отмечать приезд. О, плюмерия цветет, франжипани. Нету упавших цветочков. Они так вкусно пахнут. Так, прям тут рядышком. Здесь по этой улице, вот туда прям и море будет. А здесь, видите, кафе, бары. Приятное место, ничего не могу сказать. Мне здесь уютно. Уютно. Тебе уютно здесь, Игорь? Да, вполне. Музыка-то все, да. Народу почти никого нет. Бильярд. Игорь, купи мне круг, пожалуйста. Я сделаю такую шапочку. Шапочку? Ну, купи мне шапочку. Царство байков. Завтра мы тоже возьмем. Ой, здесь много людей. Да чем мне нравятся вот эти азиатские приколы с байками, парковки. Самое, наверное, веселое место в плане байков – это Ничанг. Мы когда первый раз в Ничанг попали во Вьетнаме, было страшно смотреть на их движение дорожное. Там даже дорогу было не перейти. А потом взяли байки. Один байк Игорь и я, второй байк Владик и Тёма. И мы вообще весь отпуск в Ничанге все время были на байке, все исколесили, так строились вот это движение хорошо. А здесь вообще все очень спокойно, здесь вообще не страшно его брать. Вот я смотрю движение, пока мы ехали из аэропорта, тоже ничего не напугало движение. Игорь Геннадьевич, купи мне грибочек. Вот этот грибочек я очень хочу. Чего? Грибочек Шитаки? Хочу. Нет, я не знаю, как они называются. Шитаки, наверное. Нет, я не знаю, как они называются, серьезно. Так, я беру машрум, ну, грибы. А Игорь берет такой шашлычок тоже. Это порк? Порк. Давайте с беконом. Набери бекон.
да, да, да. Spicy. Mushroom spicy. Грибы. Я люблю острое, а Игорь нет. Сейчас у нас с тобой тебя вкусы различаются. Глючить? От чего-то острого. Нет, не начнет. Они классные. Они очень вкусные. Люблю такие маленькие макашницы. Никогда с них не было страшно есть. 24 бата за маленький вот этот шашлычок и мои грибы. О, мне делают острые грибы. Щедро. Щедро делают острые грибы. Сейчас будет пожар. Хочешь попробовать? Нет. Кто-то должен быть в трезвом уме. В трезвом уме это не есть острое? Не есть грибы в Таиланде. Есть грибы, окей. Стык такой из лапы на лапу переминается. Ну дайте мясо. Капкунка. Так, я собаке грибы давать не буду. А ты можешь мясо дать. Ну что, пробуем. Ну разве ж это остро? Вот не остро, это хорошо. Это звучало гораздо опаснее. Они немножко острые. Вполне вкусно, очень вкусно. И вот так случайно мы вышли вот к такому зданию. Нормально. Панора. Панора Паттайя. А вот на такие эксперименты у нас способен только Тёма. На всяких сверчков, личинок. Помнишь, как он во Вьетнаме сверчков поедал? Так я с ним вместе поедал. Ну там главный был Тёма, это по его инициативе. Сверчков и лягушек. Нет, лягушек мы с тобой ели. Лягушек мы с тобой заказывали. Угу. Мне интересно, это сегодня такой освежающий ветерок, или здесь частый ветерок на Пратамнаке? Потому что с ним живется гораздо легче. Ну вот так незаметно, мы уже практически к морю вышли. Это уже ближе к первой линии все. А, это, наверное, и есть первая линия. Вот эти да. Здания. Так, мы не видим мусорок. Идем с Игорем с палочками. Ищем мусорки. Так, нормально, электричество искрит. Слышите шум? Вам, наверное, не видно искры наверху. Ура, нашли мусорку. Да, вообще искрит не слабо. О, высоченные. Высоченные здания. Севен-Элевен, конечно, на каждом шагу в Таиланде. Магазин необходимостей. Ну да, вот мы к морю вышли. О, симпатично. Ой, везде плюмерия цветет. Я все-таки найду цветочек упавший. Море, привет. Пойдем воду потрогаем, Игорь. О, люди купаются. А, здесь, наверное, так же, смотри, как Нячанги, так как свет горит. Фонарь большой. То люди купаются в ночи. Ну, в темноте. Это часто нельзя вечером купаться. Да, тут и там вот много людей купаются, смотрите-ка. Что ж мы с тобой не взяли купальники? Я и не знала, что здесь можно ночью искупаться после заката. Сейчас бы залезли в водичку. Ну, пойдем хоть потрогаем ее. Ой. Пикники. Ужас? Нет, ты что,
ужас, хорошая вода. Я думала, она вообще будет горяченная. Горяченная. Теплая, теплющая. Хорошая вода, теплющая, отличная. Кто-то улыбается. Ура, кто-то улыбается. Красивое здание, кстати. Нам обоим это место напомнило Нячанг. Я смотрю, собраны лежаки, значит, днем их арендовать можно. Игорь хочет в это кафе зайти, потому что там есть закрытая зона. Хотя, мне кажется, сейчас уже не так жарко. Ветерок есть, и, в общем-то, мне комфортно. Он хочет спрятаться в зону кондиционеров. Так, мы заказали по бокалу сангрии. Будем отмечать приезд. Игорь довольный там сидит. Довольный. Помаши ручкой. Ну, помаши ручкой. Вот. Молодец. Ну что, Игорь Геннадьевич, за начало нашего распрекрасного отпуска. Только, пожалуйста, не работай, я тебя очень прошу. Обещаешь? Постараюсь. Пальчики не скрещиваешь, когда мне это говоришь? Ну ладно, попробую поверить. Очень достойная сангрия. Ну что, друзья, не успели мы отметить приезд, как мы срочно бежим домой спать, потому что у нас резко поменялись планы. Не от нас это все зависело. Вот, но планы на будущее поменялись, и завтра я вам сообщу, что к чему. Это будет интересно. Всем пока, до встречи, увидимся.